прошлой катке я не смог победить, защитить корневую мать. Я здесь уже всего затарился. Я решил, что мне надо покачаться еще, попрокачиваться. Где-нибудь убежище. Убежище мусорного зуба. Церковь. Вот здесь попрокачиваться надо бы. Основатель. Потому что там, блин, ребят, вообще не интересно. Блин, не то, что не интересно. У меня, наверное, опыта не хватает. Меня там валят, блин. Там одному нереально победить. Защитить эту мать корневую. Поэтому мне надо прокачаться чуть-чуть будет. Сейчас я покачаюсь чуть-чуть. Вон они уже вот стоят. Они. Попрокачиваемся сейчас, постреляем здесь. Здесь ничего интересного. Вот если ко мне сейчас кто-нибудь подключится, можно будет попробовать с кем-нибудь корневую мать одолеть. О! Вон того завалить попробую. Отдыхай. Раньше я его вообще завалить не мог. Что-то там он синенькое есть. Что-то там лежит интересненькое. Филиант знаний. О, круто. Здоровье, выносливость. Ближний бой. Здоровье, выносливость. Качаем вот эту выносливость. Вон в тачке что-то лежит. Вот так вот бегаем, качаемся, прокачиваемся. Все, бегите ко мне. Чё, где они? Вот они. Yeah.
Стол, наверное, можно сломать, да. Здесь я уже все смотрел, здесь нет ничего. Просто качаемся, прокачиваемся. Здесь тоже ничего нету. Ну все, отстрелялся. Патроны кончились. Оу. Патроны появились. Так, а здесь что у нас есть интересного? В багажнике, ой, в машине что-то лежит, железо тоже. Корень. Недобрый корень. Чё, все, больше нет никого. Чё, серьезно, все. Ну ладненько. Так, сколько у нас, ага, денег нету. Пойдем, зайдем еще раз в эту пещеру, заглянем. А, так, так, а перемещение, куда я могу переместиться? Можно будет подземелье покинуть, если что. Вот здесь мне чувак помог, блин. Один. Thank you.
Так, а теперь мы вкачаем, вкачаем. Сейчас здесь появится чувачок один не очень хороший. Используем вот это вот. Используем вот это. Все. Пришел этот чупакабра, где он? Оп. Не могу остановить. Оп. Ай, патроны кончились. Все, завалил. Я теперь понял, как его валить надо. Надо остановить кровотечение. О, справился. Ну здесь фигня полная уже. Легко на одном дыхании проходит. Вон там сейчас пулеметчик будет. Нет, его нет, а я думал, есть. Вот он. Ай-яй-яй-яй. Он какой, он злой сегодня. Что-то он злой какой-то. Нелегко было. Ну, теперь уже легче. Теперь уже легче.
Вот он, выход тут. Ладно, все, возвращаемся к камню. А, что, давай туда пройдем сейчас. Я просто уровень прокачиваю пока, блин. Все, возвращаемся в блок 13. Так, нам сюда. Теперь туда. Что еще? Что? Надеюсь, оно того стоит. Ага, ничего нету. Иди уже. Иди уже. А, рад тебя видеть. Конечно. Так, броник, броник, броник. Так, броню, что лучше, то лучше. Давай-ка лучше пистолет. Так. А, А я улучшал не то, что... Стоп. Так. Используется, используется. Что значит используется? Это то, что сейчас на мне одето. Встречи. Так. Вот, на мне сейчас одето. Броня 26, а это... Лучше вот это, так. 23. Снижает получаемый в дальнем бою урон. Уменьшает отвод ствола на 50% и отдачу на 25%. Да, нет, лучше вот это. Так. Типа у меня все стоит вот это вот. В принципе, все. Шляпы не надо было. Отстань от меня со своей болтовней. А, шляп я, наверное, могу продать там сейчас, вот ненужные. Точно. Так, продать я вот здесь, по-моему, могу. Вон у нее. Нужны вещички? А, нет. Покупка. Железо купил, продажа, материал. Что это такое, я не знаю, но его можно якобы продать. До встречи. Так, так, так. Надо купить.
заглянем. У меня бабла вон сколько. Нет, это мне не надо, это у меня. Удачи. В принципе, это мне не надо. Так, бежим дальше. То есть шляпу нельзя, короче, продавать. И вот это сейчас покажу вам, ребят, короче. Вот это все я не ношу. А как мне его продать? Что я могу улучшить? Я могу он дробовик улучшить. А, максимум все улучшено. А, нет, не максимум, железа нету. Понял. Я оружие даже улучшить не могу. Береги себя. Че, попробуем защитить корневую мать? Не знаю, блин, блин, не получится, мне кажется. Попытка не пытка. А, стой, вон что за чувачок там бегает. А, это паренек тот. С ним пообщаться. Привет. Ну так, нормально. Мне все кажется, что Марк где-то рядом. Не могу поверить, что его нет. Он был моим старшим братом. Он был там во время бури. Он был за большой дверью. Мы не могли впустить его. Там же был корень. Мне приснилось, что он не вернется. Я рассказал ему об этом, но он не послушал. Всего пару недель. Командир нашла нас с братом. Мы с родителями потеряли друг друга, когда корень напал на наш дом. Марк приглядывал за мной тогда. Я даже не знаю, как без него теперь жить. Но иногда мне кажется, будто я с ними, с корнем, словно я один из них. Я их чувствую. Иногда я вижу, что людям плохо, и знаю, что это случится. Лучше бы они меня послушали, хотя бы раз. Да? Я стараюсь о них не думать. Увидимся. Покедова. Так, ладно, попробуем защитить корневую мать еще раз. Так, а последний, почему последняя контрольная точка здесь? Так, подожди-ка. Нам не сюда надо. Убежище мусорного зуба. Наверное, сюда вот нам. Сейчас посмотрим. Наверное, туда мне, блин. Да. Мне сюда. Вон туда мне надо заходить. Там корневая мать.
Здесь ничего нету, нет, ничего нету. Ну ладно, чё ж, попробуем. Была не была, не получится, так не получится. Будем дальше качаться, прокачиваться. Вон даже все лежит, я тут уже боролся, блин. Так, надо сразу, заранее выпить вот этой штучки. Выпить вот этого. Так. Это мы используем на 3. В принципе, все. Чё, попробуем, ребят, смотрите. Сейчас как это все будет. Вон она. Окей. Они идут. Тройку юзаем, тройку. Оп. Прыгай, блин. Тройку юзаем, тройку. Нет, тройку больше, понял? Охереть, да ладно, я выполнил, вернуться к огневой матери. Блин, охереть, я не ожидал, короче, ребята, охереть. Я слышу, я счастлив, короче. Блин, охерена. Чуваки, кто может, поставьте лайк. Если кто смотрит. Блин, я столько боролся, в прошлой катке можете посмотреть. Раз 5, наверное, пытался защитить, нифига не получалось. Так, сейчас все соберем. Так, надо вот это выпить. Так, вот к ней подойти. Спасибо, дитя. Уже скоро. Я знаю, что ты ищешь. Я помогу. Мы сразимся вместе. Мне нужен отдых. Смотри. Стена. За ней путь. Найди путь. А затем разыщи меня среди своих, наших людей. В блоке 13. Я знаю путь.
Мы еще встретимся. Я не пропаду. Не волнуйся. Уйди. Мы еще поговорим. Дар матери. Фига себе, мне какой-то дар матери дали. Так, вот это что такое за штучка? Потом. Мне нужен отдых. Понял, понял, понял. Не буду вас напрягать. Фига, круто. Снижение урона. Прокачать, прокачаем. Так, что у нас по металлу? Металл. Железо 7 штучек есть. Ладно, возвращаемся в блок 13. Я победил, охренеть, блин. Слушайте, ребят, я, короче, рад, блин. Кто смотрит, реально, поставьте лайкос, если не сложно. Ну, а мы возвращаемся в блок 13. Опа-на, Let's Rock ко мне подсоединился, чуваки. Ну, будете смотреть в следующей катке, как мы будем с ним проходить. Всем спасибо, кто досмотрел. Ребят, смотрите следующий летсплей, мы будем уже с ним будем проходить, с Let's Rock'ом. Всем спасибо, счастливо.